Петя, у меня мойки надо. А, нет, вот я записываю, да. Ребята, всем привет. Тут чувак какой-то, ты нахер отсюда. Чувак, знаешь, у меня к тебе вопрос. Ты меня в каком скине видишь? Два крипера синего в костюме. Так, чувак, спроси меня. Давай к мне. Чувака сливаем. Значит, ты еще ком. Я тебе не дам лутать в руке. Где? Я у кого-то вот он. Это чувак бросается стрелами. Зачем он кидает стрелы? Зачем? Я нашел стрелы. Я не хочу. Нет! Ой, ё-моё! Меня за спины замочили, ну как? Так. Два, я как брат за брата. Смерть за смерть, Будда, я как. Не знаю. Сейчас где? Там, в центре. Да, я не вижу. Тверь? Вот кто хабает. Кто да, вот, это? вот. Чувак идет! Чувак же в золотом нагруднике. И с деревянным мечом. Он за тобой. Беги! Беги! Хулиганы зрения лишают. Беги! Уже догнал, беги! Догнал! Нет, лаги! Пролагивай меня! Помоги! Он бежит. Он застрял чуть. Давай, у тебя есть шанс. Да, все, он остановился. О, побег из лапы. А он бежит за тобой! Он видел меня? Думаешь? Сейчас посмотрим. Беги. Да, он бежит за тобой, он видел тебя. Беги нахер. Так, где он? Он бежит, так. Вот какой-то чувак тут сейчас замочит, походу. Ты убежал? Так, у того чувака 2 хп. Беги за мной, слетел сзади, беги! Ой! Тупые Эмеральды, тупые Випы, тупые алмазники. Ладно, всем поставлю на паузу. Да. Там у чувака рыцарь 5-го. Так, и я продолжаю. Да фак! Так я не продолжу. Ооо, я ничего не успел взять. Чуваки, ну, и чуваки и девушки там. Продолжаем. Эш, ты где? Спасите. Беги за мной. Ни хера тут темно. Я вижу тебя. Что тут темно? Что, простите, не ты? У тебя есть оружие? Да, нормальное. Какое? Пузырёк в зелье. Чувак, ты знаешь, что это значит. Так. Я опять твой скайп заманячил. Почему? Да постоянно, забей, тебя никто не найдет, я надеюсь. Тем более кому-то нафиг надо. Жив, хорошо. Ты все еще в этом здании? Да, у меня каменный меч! Так, ты в другом здании? Нет, не в этом, стой, иди сюда. А вот. Стой, прикрой меня. Открываю. У тебя меч-то? Я каменный. А? Каменный. А ну все тогда, охренел. Кстати, у меня 4 слитка есть. Железо? Нет. Чего? Золото. Можешь ее вот это сделать? Где раз так-то? Да. Ну, может быть, потом найдем два. А, нет, сюда не спустимся. Кстати, ты же знаешь, как делать ботинки? Да, вроде. Я начался ужасный шум, как ты слышишь. Угу. Ооое! Че? Не, это не та фигня, когда помнишь, как ты куда-то кое-куда упал? Ну, кто был на его канале, знает. А, ну да. Ой, ё, мне надо есть. Я-то знаю, когда можно выпить. Блин, охота выпить зелье. О, не пьёт! Лишь пока идут. Валим они в тиме. Да сколько они в тиме, валим отсюда. А я что делаю, чувак? Ты где взял железные штаны?
О, вот они, вот они, вот они, вот они, вот. Вали, вали, вали. А, меня слили. Я же говорил, рыцарь пятого это копы. Да как просто? Они в теме, да? Ставь на паузу. Да так нечестно. Третий раз мы уже просто пытаемся затащить. Да, да, продолжаем, продолжаем. Что-то я как-то задумался. Беги, Валас. Можешь хоть что-то урать. Беги, Эш, беги со спавна и беги. Я урвал штаны. Эш, подожди меня. Давай в здание, в здание, в здание, в здание, в здание. Штаны, я нашел для тебя штаны. Где ты, где ты, где ты, где? Бежим нафиг отсюда. Этим чуваком. А мы его отмудосим. Не сюда. Утечка. Пошли его мудосить. Беги за мной лучше. Бей на твоего чувака. Ты его отмудосил? Почти. Он тоже выбрал рыцаря. Ходи, если мало хп. Мы красавцы. Давай мне грудак. На меч. На грудак. На грудак. На меч. Штаны себе оставлю. А, у тебя какие для меня штаны? Вот тебе уже дал штаны. А. Ладно. Еще чувак. Пошли отсюда. Они не пошли на него. Ой, ё, у меня мало хп. Попробуй слить его с лука. У меня стрел так уж много. Давай, я его я попытаю его. У меня есть 4 стрелы. Ты где? Я его убил. А, малорик. Штаны! Оу! На стрелы. На стрелы. Ты шлем нужен? Шлем у меня есть. На шлем. На, чувак, на тебе же зетки. И давай стрелы. На, одевайся нормально. Блин, у меня сейчас что проблема, это хавчик, а все за ней нормально. А? Пошли поищем хавчика. Ты куда так побежал-то? Не знаю, просто. Ты мне-то не сказала, ты хоть? Нет, не я, конечно же. Еще какой-то крипер с моим именем. И о чем? Как это могу быть я? Ну а вдруг? Да харе! Че харе? Стрелять в меня. Ладно, ладно, ладно. Блин, у нас 9 минут, это плохо. Как хлеб делать? Что за... Здесь верстак? Нет. О. А хлеб что, только из верстака можно? С помощью верстака. А, с помощью. Блин, интересно, в чем прикол золотого меча? Люди, если кто знает, то напишите в моих комментариях. Потому что я хочу узнать, зачем тратить золото на какой-то меч золотой. Если можно просто сделать себе деревянный. Причем деревянный он дольше. Ты, кстати, где? А я... На ферме? Ты где? Я на ферме. А где именно? Иди на ферму, где вот этот вход. А, вон ты, вон ты, вон ты, вон ты, вон ты, вернись. Да это вернись! Запись закончилась. Окей, у меня идет, давай, погнали. Файн. Знаешь, сколько у тебя, кстати, еще идет? 8 минут. Ну, что тогда, давай прощаться? М? Давай прощаться? Ну, давай. И все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой канал. Да, подписывайтесь на канал Эш. Ой, два раза сам свой канал сказал. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Эш. Ну, у меня канал как бы называется не Эш, а Толя Кузьмин. Да, и на мой тоже подписывайтесь. Да-да-да. Я взял вот этот сундук. Да можете не подписываться, он вообще лошара. Что-то подпил. Там все равно ничего полезло. Ёшкин, ты кот. О, Толянь. Нашел, что нашел? Я нашел для тебя штаны. Ой, как тут? Не штаны, это где? Здесь. Я тебе нашел ботинки. А меч нашел их? Ой, отдай шлем, отдай шлем. На, отдай шлем мне нафиг не нужен. Именно. Отдай мне его.
Лена, ты что это там свитер забыл? А?